Всем привет! Вы на канале коллекционеров и любителей кукол Клоу Сюрприз. Мы сегодня с вами распаковываем наши любимые капсулы. И сегодня с вами на распаковочке Машенька. Всем привет, привет! Привет, Машулечка! И две капсулы. Мы с вами, наверное, заканчиваем с этими капсулами. Будем уже ждать новую. Там да. Тоже очень красивые куколки. И приступаем. Машулечка, какая первая? Скажи, пожалуйста. Первую сейчас покажу. Ну, давай. Порадуй нас выбором своим. Вот эту. Вот эту? Хорошо, зайка, давай. Справа, которая. Хорошо. Итак, Машулька, эту капсулу на стороночку включаем. Да. Весы. Так, выставляем нашу красоту. Так, 281,69. Такой вес капсулы. Так, интересно, интересно. И давай распаковывать, зайка, да, да, нашу красоту. Интересно, сколько, кто нам попадется? Как думаешь, кто тут будет, Маш? Я думаю, или вишенка, и... Какая вишенка? Ну, вот такая. Фиолетовая. Ага, да. Я поняла, о ком ты говоришь. А может еще и вот эта, которая на... вот тут. На этом мы посмотрим, зайка. Мы посмотрим. У меня два выбора, или это, или та. Ну хорошо, посмотрим. Сейчас распакуем, все будем смотреть. Ну что, Машулька, погнали? Да. Да, будем распаковывать наше добро. Да. И, или мальчика. Или мальчика? Я думаю, что это она вишенка. Или вот это в очках есть сердечко. Да? Я думаю, что вот в очках сердечках так, так спрятано. Да, видишь, тоже так тяжело открывается. Нам так, где у нас тут листочек подсказочку. Мы убрали. Спрятали листочек подсказочку. Так. Шумим, шумим. Наши любимые капсулы. Ну, так уже хочется приступать к новым капсулам. Так, так, так. Что ж ты так запаковалась? Или запаковался? Да, Машулька? Да. Так, сейчас, сейчас. Еще немножечко. Терпение. Тут чуть-чуть, чуть-чуть, но не получается быстро. Так, так, так. Спаковали. Ура! И там еще синенькую штучку нам надо принять. Да, мы раз... Сейчас мы вытаскиваем. Ага. Я уже... Так, куколка. Сама куколка. Я думаю, штуку это... эту выбрасываем. Опа! Я думаю, что это мак. Мальчик, ты уже думаешь, что мальчик? Ну, сейчас посмотрим, зайка. Так, это мы убрали. Давай посмотрим, ты нам расскажешь, какой ты думаешь, что это куколка. Так, наши куколки. Я про вот эту и вот эту. Ага, вот ты это думаешь, да? У меня два выбора. Вот это и вот это, что попадется. Ну, хорошо, мы посмотрим. Думается, что это мальчик. Да? Ну, сейчас узнаем, Машулечка. Так, ну что, давай начинай с первого, Машуль. Да. Начинаем. Так, ага, тут у нас еще... Если чего-то тут у нас есть. Так, выпало вот чего у нас. Костюмчик. Ой, убежал. И мальчика костюмчик. Маша. Это девочка, которую ты хотела. Классно, такой красивый у нее наряд. Так, давай. Это нажимай два. Говорила. Молодец. Нажимай два. Я так вам вас, что это не она. Я думаю, что это сумка. Ну да, похоже это на сумку. Это сумка есть. Да, это сумка. И чуть не мальчик не попался. А я сама... Вот классная какая-то. Сумочка такая нежных цветов. Очень миленькая. Облачко такое, да, Машуль? Да. Так, давай дальше. Три. Три.
не хочет. Ну давай, открывай. А по-моему, это платье ее. Ну сейчас узнаем. Ой, это... Тогда я тебе помогу чуть-чуть. Да, платье, я думаю, что это. Это шортики. А, шортики у нее есть. Да, давай, шортики, ты доставай еще там. И бутылочку. И бутылочку, и такие шортики у нее есть. Сердечком. Ты не хочешь? Не хочет она. Бутылочка немножко застряла. Очень красивые цвета. Голубые, розовые, желтые, красненькие. Прям кстати, такая яркая куколка. Кстати, я видела на рисунке на Кобе этой. У нее сердечко. Где? Ну в руках. В руках сердечко? Да, она сердечко показывает. А, у нее ой, красивые сапожки. Такие. Ой, это убежал обувь. Сапожик. Да, такой сапожик с сердечком. И чуть-чуть. Да, и второй сейчас мы с тобой достанем. Так, такой красавец. Так, Машуля, что у нас тут еще есть? Ага, тут у нас топик второй с сердечком. Видишь? Надо все проверять, чтобы ничего в бумажечке не оставалось. Так, топик. Что у нас тут еще? Это для подставочка для бутылочки этой колбы. Ой, короче, не вставляется. Очки крутяцкие. И лучше прайс на синеньком. Сама эта куколка. А я думаю, сюрприз, да, такая прям нарядная. Мальчик, я думаю, это мальчик. Ну давай посмотрим, какие у нее колготочки красивые. Вау, такая самая нежная цвета. Ой, какая милашка. Как... Ой, упала милашка, обалдела от встречи с нами. Как думаешь, Маша, она рада была нас видеть? Не знаю, что она упала. Розовые брови, у нее голубые глаза, красное сердечко, колготочки в сердечке и топик. И топик оденем. Какой? Шортами. А какой у нас там топик с шортами? Ну, давай посмотрим, в чем она тут у нас одета. Она в желтеньком. И в юбочке. Значит, давай в желтенький к юбочке. Шорты хочешь и топик другой? А топик это беленькая. Хорошо, сейчас оденем ей. С колготочками шортики. Он красиво, красиво. Обалдеть, можно? Я ее тоже летом носила один раз так. С колготочками? Да. Ну, ты дома это делала, да. Видимо. Ага. Я хотела сейчас. Так, снять. Сейчас давай, Машенька, хорошенечко натянем ей. Опа! Что-то она и какая-то редкая, да? Кто? Ну, она. У нее, видишь, одна пара обуви. Так, одеваем. Это вот сюда. Это вот сюда. Одеваем, зайка. Сапоги ее. Давай водички. Вот такая крутая. А то она сказала, я хочу водички. Вот ты любишь их водичкой попоить. Вот такая у нас крутая крутындра. А то есть у нее сок. Сок, давай. А то она как... Яркая как... бутылочка. Яркая, смотри, у нее прям бутылочка, как очки. А то она... Ням-ням-ням. Клубничка. Клубничка, да. По-моему, клубничный... Вкус? Банан. Клубничный банан? Ну, это ты даешь, конечно, клубничный банан. И тоже я пила вот такой сок. А, клубника с бананом, ты любишь сок, да, точно. Так, вот такая у нас первая красотка в таком наряде. Да. Давай теперь оденем второй. А у нее же... Что? Обуви не было. У нее одна пара обуви, видишь? Точно. Сапожки. Ну, такая девочка интересная. Давай сейчас шортиками попробуем футболку и кофточку. Нет, сейчас у нее теперь юбочка. Ладно. Еще оденем и... с топиком. Нет, не это. Ага, вот с этим. Да. И сейчас еще шортики с этим. И юбочка с беленьким будет. Так, вот такая красота. Вот.
Одеваем мы сапожек. Такая яркая красотка. Очки. И почесала. На прогулке. Да куда, чтобы загорать в сапогах, Маш? Куда загорать в сапогах? Нет, сумку взяла. И с очками. С очками. Но мне больше нравятся шорты и топик. И мне нравится. Как-то она живее в этом смотрится. Это какой-то такой... Ну, а мне хочется шортики и топик. Очки снять хочется. Очки точно хочется с нее прям снять, да. Чтобы она была красавица. Вот так хотя бы. Да так тоже не подходит. Вот так она вроде симпатичнее смотрится. А лучше одеть с очками и топики, шортики. Хорошо. Значит, шортики нам с топиком понравились больше. Иди на прогулку с девочками. Да, на прогулку с девочками пойдет, возьмет новый свой наряд и пойдет на прогулочку. Так, это мы с тобой все убираем. Такая наша красавица, яркая, очень симпатичная девочка. Все мы это убрали в стороночку. И будем с тобой распаковывать уже мальчишку, да, Маш? Да. Так, Маша решила переодеть всю такую девочку в шортики, а мы с вами будем... Да, шортики с тупиком. А мы с вами приступаем к взвешиванию второй колбы. Я надеюсь, это не мальчик. 287-31. 287-31. Вес нашей колбочки. Все, весы в стороночку. И Машулька распаковываем, да? Да. Так, распаковываем нашу. Ох, как хорошо, Маш, ты видела, как? Я думаю, что это вишенка, так, и так легенько. Так, у нас подсказочка есть в сердечке. Вишенка, думаешь, такая послушная у нас? Интересно, интересно. Она выглядит, а тут и послушная. Вот приклеивалась, зато здесь у нас. Да, опа, опа. Так, освободили. О, немножко и ко мне приклеилась. Так, пошли. О, и второй раз. Синий, мама. Розовая с бирюзовым. Это бирюзовый цвет, зайка. Это бирюзовый цвет. И второй раз. Ага, второй раз у нас это капсула, да? Да. Такого цвета. Так, так, так. Распаковываем. Так. Да, так, бумажечки. Все эти мы убрали с тобой. Теперь у нас открываем наш автомат. А теперь не послушаем. Уже послушаем. Все, да, да, да. Я слышала, что упала. Я вижу, что это кепка. Да, тут много чего попадало сразу. Я видела, что это кепка. И кепка, ну давай. Да, это у мальчика кепка, значит, да ты это что? Он. О, боже, Маша. Но что я это такое? Не хотела его. Вау, какой красивый рюкзак, это Маша. Рюкзак. Да ты что, это мальчишка-базука. Вау, какой красивый рюкзак, у него сердечко. А может уже показать всякие комиксы и сердечко можно. Да, давай показать. Посмотрим, что у нас. Ага, Маш, точно, мальчишка, шортики. А я видела. Но он классный. Синенькая, и ты надо. Смотри, какая. Ой, ну он вообще, он такой яркий. Смотри, какие красивые у него вещи. Прям уже красота. Я смотри, думаю, как красиво. Вишенка-то. А это не вишенка, видишь, а это вот такой загадочный мальчик. Это у нас, значит, для подставочки, да. Так, что у нас здесь еще? Ага, это типа, я не знаю, пират. Видимо, он играет роль пирата. Надеюсь, он у нас не одноглазый. Я думаю, это сумочка. А, это у него странные... Труселя, наверное. Или шортики. Это трусы-плавочки, наверное. Поедет у нас на море, да, Маш? Дадим ему чемодан и пусть чешет на море. Так, ага, это у него есть
Жвачка. Да, жвачка. У него и так жвачка, он танцует и жвачка. Да ты что? Крутой блазер у него. Обалдеть и, можно. И кепка. Ну классный, Маш, ну классный, пацан классный. Ну вот тебе нравится? Ой, ну ничего. Давай, что у меня автомат заело. Так, выпала бутылка. Он, вау, вообще, ну, очень красивый. Цветовая гамма, просто обалдеть можно. Очень яркий мальчишка. Класс, я довольна. Чего там уж скрывать? Чего ж там уж скрывать? Сегодня у нас прям яркие, красивые куколки достались. Да, вот такие ботиночки. Сейчас посмотрим. Ах, как они что-то... Запаковали наши ботиночки. Не распаковать прям. Ох, дают, Маша. Да. Он что-то не послушный. Да вообще, я уже не знаю, это какой-то суперкрем, по-моему, они заклеили наши ботиночки. Ладно, сейчас где-то... И ножнички. Да, были ножнички, будем так, доставать. И мои ножнички. С помощью ножничек. То так нам... Ботиночек не осилить. Очень помогают мои. Да, спасибо, Машенька, что ты даешь свои ножнички. Так, у нас вот такие ботиночки. Коричневые с красным. Так, все, колба у нас пустая. Давай смотреть подсказочку. Вот такой красавец парень стильный. А похоже, что он в грязи и испачкался. Да? И тапочками. А, ну, возможно. Давай мальчишку посмотрим. Ба-ба-ба-бам! Боже, какой красавец. Труселя. Да, труселя у него есть. Ну, красавец, блондин, голубоглазый. Ой, прям нет сил. Укладочку сделал. Только, надеюсь, он не один глазый. Да, нет, не одноглазый. Видишь, у него два глаза. Оденем? Нет, у него справа, то есть. Это как-то оно неудобно направо. Нет, справа. Справа у него. Вот так? Да, вот так. Ой, давай не будем одевать. Что-то у нас это, мальчик-инвалид будет. Одноглазый. Да, будет красавец у нас. И инвалид вообще-то это... Красота будет вообще-то. Вообще-то, Маша, будет красота. Смотри, какой парень. Вот красавец. Там сразу красота. Он явно играет роль пирата. А лучше? Вау, ну смотри, классный. Жвачку. Ой, давай. Опа, вот это красавец. Будет, смотри. Вот это еще и дать жвачку. А ну давай, мы ей дадим. Да, жвачку. Смотри, какая пара крутая у нас получилась. И еще смотри. Это жвачка и такого же цвета. Да, она очень, кстати, нашей девочке подходит. Смотри, какая красота получилась. Вот эта пара. Вот это на сегодня прекрасная колба. Две яркие куколки. Просто чудесная пара получилась. Что ты тянешь рученьки свои? А то хочется взять. Ты уже хочешь ее забрать, играться? Да, видишь, как тебе повезло. Хотела куколку, получила. Мальчика не хотела и тоже получила. Вот так бывает. И мамы мальчик, значит. Да, маме будет мальчик, Маше будет девочка. Ну классно. Ну и у нее, и у него очень классные вещи. Смотри, какая. Ну, мне нравится парочка. Больше девочка. Ну хорошо, зато пара очень прекрасная получилась. Две такие яркие личности. Красота! Прям сегодня яркий выпуск. Пускай еще жвачку и пожует. Хорошо, еще. Да. Еще будем одну сейчас на двоих будет жевать. Она же одна. Да. Конфетку слопает, а потому что она наша сердечко конфета. Вот такая у нас сегодня с вами красота яркая, невероятно красивые две куколки, две очень яркие. Машенькина девочка, да, Машуля? Да. Вот она не мечтала и ее получила. Да. Вот так мечты сбываются, мечтайте, и все у вас получится. Да. Все. Поддержите наших ярких героев пальчиком вверх. Не забывайте подписываться на наш канал. И обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Ну-ка.
Говори, Машуля. Еще, если вы мечтаете о чем-то, подождите чуть-чуть, и мечта ваша сбудется. Правильно, Машулечка, ты совершенно права. Поэтому обязательно мысль Машенькину запишите и поддержите на ее пальчиком вверх. Да. За такую глубокую мысль. И мою девочку, и маминого. Мальчик. Да, да. Обязательно заглядывайте к нам на Инстаграм, и мы с вами будем прощаться. До новых встреч совсем-совсем скоро. Всем пока! Пока-пока! Пока-пока! И наша пара вам шлет пока! Пока!